Мы, как фармацевтическая компания, ежегодно являемся посетителями выставки «Фармтех». А мы сюда приходим для поиска новых решений, новых предложений, новых возможностей, новых контактов, новых взаимодействий. И в этом году все мои коллеги отметили, что выставка насыщена, насыщена предложениями. Есть такое даже выражение, что очень много параллельного импорта. Заинтересовали многие предложения, и коллеги, как из инфраструктуры, инжиниринга, они для себя нашли действительно то, зачем приехали в этом году на эту выставку, поэтому это очень полезное мероприятие для нас, платформа для общения, для взаимодействия, для даже встречи с какими-то своими поставщиками, с которыми мы работаем, ну и, конечно же, платформа для проектов конкурса GXP Profi. Мы с удовольствием делились своими проектами в прошлом году, как победители конкурса GXP Profi. В этом году, конечно же, мы не могли тоже не участвовать, потому что, в принципе, это проект нашей фарм-отрасли, и компания Крехин, как лидер и фарм-производитель, обязан просто участвовать на выставке. Мы можем поделиться своим проектом, рассказать о наших инновационных решениях для посетителей выставки, показать, насколько фарм-отрасль, в принципе, сейчас преуспевает в инновационных решениях и насколько мы можем, насколько мы смотивированы для того, чтобы этот рост и развитие у нас продолжалось между компаниями и обмен опытом тоже.